Здравствуйте, дорогие зрители и гости канала. Сегодня мы с вами будем готовить очень быстрые, простые, легкие кексы на кефире. Без яиц, без сливочного масла. Просто быстро готовится. Я думаю, вам понравятся такие кексы. Итак, что нам для этого потребуется? 220 грамм пшеничной муки, 100 грамм сахара, 250 миллилитров кефира комнатной температуры. Я беру 2,5% жирности кефир. Также 50 грамм растительного масла, пол чайной ложки соды пищевой, щепотка соли и ваниль. По желанию можно добавить изюм, орешки, вишню, цукаты, кусочки шоколада, семечки, 50 грамм изюма. Предварительно изюм я замочила в кипятке, чтобы он немножко разбух и был более мягкий. Итак, приступаем. Включаем на разогрев духовку на 180 градусов. Пока мы будем делать тесто, замешивать, духовка быстро разогреется. 100 грамм сахара смешиваем с 50 грамм растительного масла. Добавляем щепотку соли и перемешиваем. 100 грамм сахара смешиваем с 50 граммами растительного масла. Добавляем щепотку соли. Вот щепотка соли. И перемешиваем. Сюда вливаем кефир комнатной температуры и перемешиваем. В 220 грамм рассеянной муки мы добавляем пол чайной ложечки соды, так, и ванилин. Перемешиваем. И эту смесь мы добавляем в нашу жидкость с кефиром. О, ванилин так пахнет вкусно. Добавляем два этапа. Просеиваем просеянную муку. И замешиваем тесто. Хорошо перемешиваем. Тесто замешивается очень быстро, без особых усилий. Смотрите, какая у меня получилась консистенция. Видите? Вот. Сейчас мы добавим сюда изюм наш. Духовка уже нагрелась. Просто. Так, мы сейчас будем наполнять. Силиконовые вот формы очень хорошо запекают, ничего не прилипает, что мне в них нравится. В отличие от металлических там форм, допустим. Вот, силиконовые. И мыть удобно, и разные формы есть в виде сердечка. Красивая тоже. Я в таких формах еще делаю сырники, запекаю в духовке. Тоже очень красиво, хорошо получается. Так, у меня получилась вот такая, у меня есть форма силиконовая с сердечками. Вот она. Я туда добавила. Видите? И в такие небольшие формочки 4. Все, ставим в духовку. На 25-30 минут 180 градусов. Так, вот так вот кексы у нас выглядят после 20 минут запекания. Видите, вот эти, которые поменьше, они уже почти запеклись. Так, вот наши кексики. Приготовились они за 30 минут у меня в духовке. Мне очень понравился результат. Я вам сейчас покажу вот в разрезе. Это не то, что в разрезе, это мне дочка уже быстро пришла и съела половину. Я только успела сказать, стой, подожди. Мягенькие, красивые и быстрые. Тесто хорошее, быстро делается, вкусно. Так, вот такие у нас получились кексы, быстрые, вкусные, пышные, и готовится очень легко и просто. Посыпала сверху сахарной пудрой, и форма у меня получилась в виде сердечка, очень красиво, кстати, и некоторые обычные.
Сейчас будем пить чай с такими вкусными кексами.